гостевого концерта. Но сейчас выйдет сюда Михаил Сипер, знаете, что сказал? Я буду 3 стиха читать. Они песни поют вон какие, а у меня стишочки маленькие. Разрешим ему? Да. Ну, как-то председатель жюри, может, как-то уважим человека. Михаил Сипер. Добрый вечер. Не стало Юры Кукина. Внезапно и нелепо. Он молча на меня глядит сквозь рамочку из крепа. Печальный ангел ластик взял и запись в книге вытер. И меньше стал на одного, видавший виды Питер. Он был и весел, и кудряв, хотя бывал серьезней. Всегда он времени жалел для суеты и козней. Играл он с жизнью на разрыв, вполне первостатейно. В тумане песен и тайги, аккордов и портвейна. Осиротел я. Этот факт жесток и непреложен. И мой порыв легко вздохнуть сегодня невозможен. Не стало Юры Кукина. Не стало. Ох, не стало. Как будто небо звездное светиться перестало. Если воздух твердеет, а надо идти через ночь, при дыхании острые грани царапают горло, то никто не сумеет тебе в это время помочь. Постарайся так жить, даже если приперло. Пусть вокруг, как чаинки, кружится людской хоровод, и тебе нету места в налаженной кем-то программе, ты поверь, что весь мир создан был для тебя одного. На мгновение замри и не жалуйся маме. Посмотри поспокойней, уже не скажу веселей. Ничего не закончено и ничего не разбито. Это только вершится в магнитном объятии полей, электронов полет по безумным орбитам. Это просто в крови двухвалентный бурлит кислород, порождая смятение и руша былые опоры. Если ты перейдешь через реку отчаяния вброд, то рассыплются в пыль лабиринтов твоих коридоры. И последнее стихотворение. Видишь, вон там, за излученной самой кривой, в русле зажата, река ускоряет течение. Небо кончается сразу над желтой травой или над бурой, тут цвет не имеет значения. Что тогда значимо, твой очарованный взгляд? Голос кондуктора тягостный, площадь восстания. Знаешь, железные камни в пространстве летят, чтобы сгореть, выполняя простые желания. Знаешь, минута нисколько не меньше, чем год. Это ошибка не верить подобному факту. Зоны меняются, время почти не идет. Выбрось про зону, сказал мне угрюмый редактор. Козыри вышли, но длится и длится игра. Хочется снова зайти в нескончаемый трафик. И продолжается жизни святая пора. Время раздумий, прощения и эпитафий.